Доброго времени суток, дорогие друзья, девочки. Сегодня у нас пустые баночки. Вот мое лукошко красной шапочки. Добро пожаловать на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, становитесь спонсорами, если есть желание. И делитесь этим видео. И мы начинаем. Итак, пустые баночки. Вот так буду доставать и вам рассказывать. Это видео, такие видео на моем канале пользуются успехом, потому что, ну, тут по делу. Тут как бы о том, что стоит покупать, а что нет. И это, конечно же, у нас Isaknox. Вот, видите? И это серум. Посмотрите, это огромная бутылка. И хватило мне его на полгода, а может и больше. И это Prime Pro Retinol. H-Focus. Девочки, конечно же, и это Double Effect, да, вот тут написано. Это, конечно же, потрясающий совершенно серум. И вообще линия потрясающая. Я намереваюсь все-таки зимой попробовать побольше продуктов из этой линии. Могу только сказать, что это очень нежный ретинол. Этот ретинол, который работает именно в долгую. Это не тот эффект, который вы увидите прям сию минуту, но это то, что даст эффект. И эффект будет долгосрочным. Вот такое мое мнение об этом серуме. Не сушит кожу, даже увлажняет. Золотистый, я вам показывала, посмотрите, в зимнем уходе. Очень приятный. И действительно, настоящее удовольствие им пользоваться. Никакой сухой кожи, наоборот. И увлажненность, и осветление, и пигментация выравнивается, становится чуть меньше. И морщинки чуть-чуть менее глубже, да, менее глубокие. В общем, это то, что работает как ретинол. Но это растительный ретинол, корейцы умеют это делать. И он прекрасен. Этот серум я рекомендую. Дальше. А дальше вот такой шампунь, который я покупала на iHerb, выглядит как черт знает что. Вот так он стоял в ванной и весь стерся. Ботаникал, наверное. Вот. Значит, увлажняющий шампунь. Мне нечего о нем сказать, потому что он неважный. Он не очень увлажняющий и не очень классный. Ну, проходите мимо, короче. Даже нечего хорошего. Хорошего нечего мне сказать о нем. Дальше. Вот тут спорно. Мне и нравится, и настораживает. Это очень красивая, посмотрите, серия The First у нас. Конечно же, это очень-очень-очень приятный тонер, скинсофтнер. Они по-разному их называют. Корейский. И здесь все так интересно. Сделано красиво. Он такой огромный. Все прекрасно, только вы знаете, ну, увлажняет, да. Консистенция приятная, да. Моей дочке, вот сколько ей даю, он раздражает кожу. Хотя у нее очень сухая, у нее действительно сухая кожа. А тут джентл такой весь он должен быть. Но он пахнет спиртом немножко. Вот есть какое-то такое ощущение при приятном аромате. Ну, я повторять не буду. Хотя он приятный, вот такой вот беленький, видите, тут осталось чуть-чуть. Как-то двояко. Вот такое ощущение. Он хороший, но повторять не буду. Не могу понять, что-то вот какой-то запах алкоголя там есть. Вот такая вот история. Девочки, вот так я не успела использовать. Это Alpha H, очень крутая такая вот вещь. Это у нас Liquid Gold с гликолевой кислотой. Такая вот, ну, тритмент, скажем, такой. Очень хорошая штука. Это 100 миллиграмм. 100 миллиграмм. Это и осветляет нашу кожу. Ну, все вы знаете, что такое гликолевая кислота и как она работает. Но я не успела использовать. Я бы сказала, ну, может, все-таки немножко подсушивает. Такая водичка-водичка, как водичка. Тонер такой, скажем. Я, ну, не знаю, буду ли покупать. Стоит это дорого. Это было в какой-то коробке красоты или в гуди-бэге, я не помню. Но я думаю, для сухой кожи, конечно, поосторожней. Поосторожней. Вот так я бы сказала. Хотя это прям жидкое золото называется. Ну, хорошая штука. Использовать не успела, и эффект для меня подсушивающий. Вот так. Дальше, что мы достаем? Ой, замечательный Estée Lauder Double Wear. Просто уже, знаете, срок годности его прошел. Тут его осталось где-то, может, половина. SPF 10, это ни о чем.
а сам Мэйкап потрясающий. Он, конечно, скрывает все, что можно скрыть и чего нельзя скрыть. Это вот прям очень-очень скрывающий Мэйкап. Он матовый, и он убирает все дефекты на лице, все. Он не дает блестящий финиш, глоу-эффект. Хороший Мэйкап, на самом деле. И я знаю, что многие его обожают. Вот такой вот у меня тон. Экрю. И я могу сказать, что он правда хорош на случай, если вам нужно замаскировать что-то очень сильно и прям тотально. И держится он очень долго. И если там свадебный макияж или какой-то вечерний, какое-то событие, это прям спасет ваш макияж и будет держаться и держаться и весь вечер до утра. Но я не буду, наверное, сейчас повторять. Это в начале ведения канала я купила. Ну, потому что я уже перешла на более легкие тональные основы. Вот такая вот плотность мне уже не нужна. Ну, как бы, знаете, в таком антиэйдж макияже он немножечко такой эффект масочки все равно есть. Я уже предпочитаю что-то более легкое. Все равно же он прекрасен, и я его рекомендую всем, да даже жирной коже. Он подойдет. Вот если есть что замаскировать, нужно скрыть что-то. Это прям, да, и пигментация, и высыпание. Ну, понимаете, да, что, конечно, сначала надо подлечить кожу. Мой косметолог обо мне, конечно, не угомонится никак. Но, в принципе, если вот прям срочное событие и надо, чтобы это выглядело вау, это будет вау. Я вам точно говорю, что он, конечно, дает эффект шикарный. Давайте быстро, потому что, мне кажется, у меня садится батарея. Чего-то я не посмотрела. De Alba. Вот такой вот крем Ampoule с трюфелем. Конечно же, это моя вся любимая серия с трюфелем. Прекрасный он был крем с приятнейшим ароматом. Итальянский трюфель, я вам уже рассказывала 1000 раз. Я покупаю их мист, серум бесконечно много раз. И еще раз буду покупать. И крем для глаз у меня есть. Пытаюсь пробовать все больше и больше. На зиму хорош. Очень такой питательный. Но зимой, летом тяжеловат. Для моей нормальной, слэш, уже сухой. Ну, склонный к сухости, вот так скажем. Сейчас не сильно сухой, но склонный к сухости. Хаксли, опять же, корейский. Конечно же, кремчик у нас такой. Секрет Сахары. Это, значит, у нас антигравити. Прям вот берет и всю гравитацию отменяет. На самом деле, очень-очень-очень питательный товарищ. Там что-то с кактусами связано, что кактусы сохраняют себе влагу в пустыне, по-моему, если не ошибаюсь, исправьте меня. Но, по-моему, это так. И он тоже сохраняет вашу влагу и прям очень-очень питательный. Да, зимой, конечно, да, для сухой кожи. Опс. Да. Теперь, вот моя любовь. Буду я этой зимой, как говорится, надеюсь, эту серию пробовать всю. Это Охви. Я считаю, что этот бренд прям заслуживает отдельного внимания, потому что это еще не люкс, но уже почти люкс. Extreme White Serum. И это интенсивное отбеливание. Сыворотка просто, ну такая классная. Я не знаю, если что-то осталось. Вот посмотрите. Она такая молочковая, приятная, увлажняет. Отбеливает. Аромат какой-то просто лакшери. Это дорогая пудра, дорогой уход. Это восторг. Не навязчивый, не тяжелый, не противный. Не слишком травянистый, не слишком духи. Вот все здесь идеально. Это идеальный вообще уход для зимы. Ну, кто хочет и весной, и летом, конечно. Что-то я только для зимы. Нет, конечно, его можно использовать. У вас, вы же летом наносите солнцезащиту. Он прекрасен, этот бренд и эта линейка Extreme White. Буду пробовать. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Очень хочу пробовать. Очень. Просто он прекрасен. По-быстренькому уже почти заканчиваем. Это у нас крем для рук, наш израильский доктор Фишер с мочевиной 7%, вот вам видно, AHA даже 0,5, есть и алоэ вера, и выжимка с орехов, и это для сухой кожи, интенсивный уход, вот запомните, девочки, кто живет в Израиле. Шикарный крем, восстанавливает кожу рук великолепно, такой же шикарный юлактин называется, и есть у них и для ног, вот, тоже с мочевиной. Мочевина очень недооцененный
компонент, а он потрясающий. Пилинг маск, кукинг, по-моему, да, у нас это, да. Хорошая, приятная масочка такая, довольно крепенькая, неплохая. Могу вам сказать, на Look Fantastic, по-моему, продается. Дальше. Не буду долго. Вот это любовь или мисс. Я уже где-то говорила, что или мисс я обожаю. Считаю, что это прям очень хороший бренд. Да, дорогой, но и хороший. Вот, к сожалению, осталось у меня еще немножко, но выбрасываю уже, потому что это просрочка. Пептид 4. Это ночной у нас Radiance Peel, да, такой пилинг. Ну, это тритмент, я бы сказала. Это и пилинг с молочной кислотой, Lactic Acid тут у нас есть. И также это лактобактерии, пептиды, 4 вида. Потрясающая сыворотка, антивозрастная. Я могу ее рекомендовать от всей души, потому что это потрясающий уход, шикарный. Да, дорогой, но стоит этих денег. Очень большой объем, не успела даже закончить. Прекрасная сыворотка и выравнивает тон, и над морщинками работает. Опять же, молочная кислота, вы знаете, она у нас как и пилинг работает выше 4%, и так же, как и увлажнение. До 4 это еще и увлажнение. В общем, ну он, конечно, прекрасен. И только 5 из 5 баллов. Великолепно. Крем Pharmacy. Извиняюсь, что у меня тут два продукта. Pharmacy. Прекрасный, легкий для девочек молодых. Или для девочек, у которых кожа, ну, даже жирная. Нормальная жирная. Для сухой, ну, так. Не подойдет. Тут все подстиралось. Это Skinetia. Скенти. Короче, девочки, вот это прям классная сыворотка. Нотокс, да? Ну, что-то стерлось. Короче, классная сыворотка для глаз. Это чушь собачья. И сори за мой французский. Извините, что ругаюсь. Это вот прям не покупайте на Хёрб вот эту чепуху La Girl. Какой-то, ну, американский бренд, бюджетный. Соблазнилась я, что это кремовые румяна. Тут одни блестки. Даже не хочу пачкать руки. Это просто какая-то вот силикон с блестками, без пигмента. Гадость. Не берите, не тратьте на это деньги. А вот и все. Мы закончили. Дорогие мои, спасибо за просмотр. Пожалуйста, лайки, подписки. 100 раз повторяюсь и буду повторяться. Только благодаря вашим просмотрам существует канал. Вы меня на это, на снятие видео мотивируете, если вы не смотрите, мне и снимать не хочется. И я себе даже перерывчик делала с недельку, потому что ты вкладываешься, ты работаешь. Это действительно работа, а потом просмотров мало. Ну, и даже если есть просмотры, то и лайков-то не слишком много. А на все ваши комментарии я отвечаю. Пожалуйста, будьте добры, очень вас прошу. Ставьте лайки, вам не сложно, для меня это важно. Ну и становитесь спонсорами, если вам важен этот канал, и есть, конечно, возможность. Только по желанию. Дорогие мои, задавайте вопросы для видео, в котором я буду отвечать на ваши вопросы. Снимем видео, вопрос-ответ. Вот под этим роликом внизу напишите все ваши вопросы. И не на тему косметики. Вот. Давайте поговорим о чем-то другом. Все, что вас интересует. О жизни, об Израиле. Ну, так сказать, в рамках разумного. Все расскажу, поболтаем, отвлечемся. Я вас люблю, всех целую, всем пока.